Привет! Привет, меня зовут Ая, мне 10 лет. Как ты узнала о школе наглости? От самой Даши и от мамы. Так, в какой сфере деятельности вы развиваетесь? Перечисляй, пожалуйста. Я развиваюсь в давлении сережек, в гимнастике. И в как там диджея. Но так. Это будет немножко попозже. Так, что еще интересно? Ну, еще модель. Моделин, так. И возможно, актерское мастерство, раз вы хотите сниматься в кино. Да. Это тоже, да, вот стоит у нас на хотелке. Итак. Какие задачи сейчас решаете для себя в работе, в бизнесе, ну, в вашем развитии, наверное, так? Какие задачи? Вот что вам, для чего вам нужен личный бренд? Ну, чтобы заработать и купить себе, что я хочу. Так. И мама, купить себе квартиру. И чтобы стать мировой звездой. Так, какие у вас сейчас показатели, относительно которых вы хотите расти? Сколько у тебя подписчиков, например, в Инстаграм? 610. Уже? Да. Вау, класс. Ну что, может быть тогда пожелание большой рыбе? Юху! Ha 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 ha.